Почти 1500 человек стали жертвами квартирных мошенников в Алматинской области с начала года. В основном простые жители отдают все сбережения за обещание жилья по льготным ценам или кредита с низкими процентными ставками. Нередко попадаются и на уловки организаторов финансовых пирамид. Ущерб оценивается миллионами тенге. Уже более 600 дел направлены в суд. Одно из самых громких дел – мошенницы, которая прикрывалась государственной программой. Талдыкурганским городским судом к длительному сроку лишения свободы была осуждена гражданка Файзулдина, чьей жертвой стали более 30 человек и которым она причинила материальный ущерб на сумму более 30 миллионов тенге. Граждане, доверившись Файзулдиной, полагали, что станут собственниками жилья по программе «Доступное жилье», однако они почему-то не посчитали, что вопросами выделения квартиры занимаются определенные уполномоченные органы, а не конкретное, скажем так, физическое лицо.